Привет, ребята и девчата. Давненько меня не было. Ну как, сегодня я выложила видео, когда я работала 6 и 7 августа. После этого я последний раз работала 9 августа. Расскажу в следующем видео, наверное, потому что я... Ну, в смысле, в следующем отрывочке видео, потому что я уже приехала делать реснички. А вообще у меня... Вот. Ты, наверное, подумал, что я из-за коленки не работаю, то, что расшибло. Нет, с коленкой, с расшибленной я работала. А я еще повредила палец. Как повредила? Да у меня, знаешь, велосипед электрический. Ну, ты знаешь, электрофэтбайк. И он у меня неисправен. Я несколько раз падала, ну, вот в том числе с этой коленкой. И у меня... цепь, короче, что-то не в порядке там, и она у меня вот так провисает на велосипеде. И я когда еду, она у меня постоянно слетает время от времени. Я уже и так аккуратно начала ездить, и вот я отвезла один заказ в Достовисте. Да, взяла заказ в Достовисте, последний раз брала его в апреле позапрошлого, что ли, года или прошлого, ну, короче, очень давно. Вот, и... Когда я поехала обратно, ехала я на слот в деливери, я, цепь у меня слетела, я зашла на тротуар и хотела цепь я одеть. Хотела одеть эту цепь и забыла я выключить велосипед. Я не отключила аккумулятор. И когда я стала цепь одевать, я только к нему прикоснулась, к велосипеду, к моему, к этой цепи, и он поехал. И в итоге у меня... Ноготь прямо вот так раз и оторвался. Было жутко больно. Я зашла в аптеку, бинтик купила, потом поехала в травмпункт. Там мне оторвали этот ноготь совсем. Теперь он у меня будет расти 5-6 месяцев, и еще неделю будет заживать кожа. Болит, жутко болит, дергает. Но сегодня уже получше, потому что сегодня уже... Какой сегодня? 13 августа. Да, 12 или 13? 13, да, 13 августа. То есть с 9, 10, 11, 12, 13, 4 день уже получше. А мне кажется, уже целая вечность прошла. Я уже... Стресс у меня прошел, я уже по работе соскучилась. А когда у меня это случилось, я решила, все, это не мое, работать с курьером я больше не буду. А теперь сегодня уже сама написала директору в самокате, что я пока на велосипеде не могу, пока еще палец надо мне беречь, и еще я его чувствую, но могу ходить пешком. Она мне написала, что не надо сегодня и завтра, все хорошо там, и без меня будет. Вот, а с понедельника выходить по моему старому графику. Ну ладно, я пошла на реснички, выйду, расскажу тебе еще то, что было у меня за эти дни.